Город Шуша станет культурной столицей Азербайджана. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая в формате видеоконференции нового министра культуры страны. Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана. Город Шуша достоин этого. Считаю, что Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона. Культурная жизнь Шуши должна быть богатой. Работам по восстановлению уже дан старт. В городе должны провести ревизию жилого фонда, исторических памятников, подсчитать нанесенный ущерб, а после этого начать масштабную реставрацию, чтобы придать Шуше первоначальный исторический облик. Алиев особо отметил, что на освобожденных территориях будут восстановлены и отремонтированы также десятки мечетей и христианских храмов. Освобожденная от оккупации церковь Худавенг уже возвращена истинным хозяевам, нашим удинским братьям. Несмотря на то, что армяне поменяли ее название, а также в результате проведенных там фальсификаций изменили ее вид, пытались арменизировать, они не смогли добиться этого. Наши удинские братья уже совершили богослужение в церкви Худавенг. Алиев подчеркнул, что необходимо приглашать иностранных гостей в Азербайджан, рассказывать им о богатой культуре и традициях страны, проводить конкурсы и фестивали. Для этого президент поручил построить международный аэропорт в освобожденном Физули. Сейчас выбираются места. Будет проведена работа по разминированию. Я дал указание. В этом году в Физули должен быть создан международный аэропорт. В любом случае должна быть сдана взлетно-посадочная полоса. Оттуда до Шуши и расстояние близкое. Напомним, 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении военных действий. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях. Баку возвращает под контроль несколько ранее оккупированных районов. В Карабах вошли российские миротворцы.